Ну что, начинаем наш короткий репортаж с много болтовней и ненужных слов. Всего-всего, кроме цены. Про цену я могу сказать только одно. Неприлично дешево для тканей такого качества в розницу. Что у меня в руках? У меня в руках трикотажное полотно, которое производитель назвал Ангора. Вот здесь Ангора, если видите. Мы на сайте назвали трикотажное полотно Деми. Деми в нашем случае означает демисезонное. Если прям толстый-толстый, мы пишем зима, а это хороший такой плотности, ну, посчитали, что не зима, а деми, демисезонная. Вот. От Ангоры здесь что? Есть небольшой ворс в ткани, она очень приятная к телу. Такая, знаете, как будто бы чуть-чуть мелкая букля, но вот это только визуально так кажется, не знаю, из-за чего есть такое ощущение. На сайте будет несколько цветов. Вот когда смотришь на него, кажется, что есть вот это букле. Начинаешь присматриваться, его нет. Видимо, потому что попадаются вот такие вот утолщенные ниточки, и из-за этого создается такой эффект. Хорошо тянется в ширину, а вдоль полотна не тянется вообще. В общем, милости просим, несколько цветов. Деми, Ангора, Мякушка. Угу. На зиму. Курточные. Курточные дублированные. Условно их можно назвать непромыкаемыми, потому что водичка по ним катается. Сейчас давайте вот я налью вам водички и покажу, как это выглядит. Ну вот, наши с вами эксперименты совместные, да? Показываю, вода катается, не впитывается. Но если вот так вот шлепать рукой и настаивать на том, чтобы она туда впиталась, но она и то вот разбрызгивается брызгами, но в том месте, где ее вот так вот придавливать, она, конечно, промокает. Поэтому на сайте слово непромокаемое я не буду писать, потому что, ну вот вы сами видели, почему, потому что. Ее плюс большой, это полощевка курточная продублирована. Вот все цвета, которые у меня в руках есть, и бежевая, и синяя, и алая. Алая вообще шикарная. Она на видео как будто бы с рыжинкой, а по факту она такая насыщенно алый такой цвет. Никакой рыжинки в нем нет. Очень красивый. Ой. Курточная, хорошей плотности. Не тоненькая. Два хлопка. Тоже покажу, а что не показать-то. Хотя безо всяких яких, без принтов. Но поплин стреч тянется чуть по утку, совсем не тянется под левой. Нежно пудро-розового цвета, хорошей плотности. И вот такой вот сухонький хлопковый поплин. И я бы это назвала батистом. Или вот знаете, такой вот прям нечто вуалевое, и она такая приятная на ощупь, такая приятная на ощупь, такая вот, тоже, как вчера я рассказывала про хлопок, что-то мне есть шелковистое, хотя это прям полностью натуральная, вот такой вот батист, нежный, невесомый практически вообще. А не хочется мне это выпускать из рук. Бархат или панбархат, не знаю, как это правильно назвать. Красивого такого густо темно-медного цвета. Мраморный бархат на трикотажной основе. Очень хорошо тянется. Тянется, знаете, как бифлекс. Очень хорошо тянется. Упруго так тянется. Вдоль тоже растягивается. Не так, конечно, как поперек. Он такой тактильно приятный. Я не хочу выпускать его из рук. Но выпущу, потому что у меня тут на очереди лежат на столе две замши. Две замши, одна такого, знаете, легко-абрикосового цвета, изнанка поярче, видите, да, видно, что изнанка поярче, чем лицевая сторона, хорошей плотности, это не сопливая плательная замша, а такая костюмная, хорошая. Замша очень упруго тянется поперек полотна, вдоль не тянется вообще, и вторая черная, но это вообще, черная это такой must-have. Всем на все и для всего. В ткани по подписке я это все положу, потому что ибо вот положу в ткани по подписке. Изнаночная сторона гладкая, как у водолаз, трикотажное полотно, и лицевая сторона шикарная черная замша.